первой позиции в экологическом рейтинге. Орловская область признана одним из чистых регионов России по итогам исследования общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Показатели состояния воды и воздуха рассчитываются экологами с 2007 года 4 раза в год. С момента последнего мониторинга экологическая обстановка Орловской области ухудшилась, заметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. Падение в рейтинге на 3-7 пунктов по итогам зимы показали Кабардино-Балкарская республика, Кемеровская, Тульская и Орловская области. Наши эксперты в конце осени и в начале зимы обследовали всю Орловскую область и повсеместно встречали примеры безобразного обращения с твердыми коммунальными отходами. В остальных упомянутых регионах ситуация с экологией не лучше.